друзья, всем привет! Меня зовут Карина, и я очень рада видеть вас на своем канале. Приглашаю вас ко мне в гости. Если вы у меня первый раз, то надеюсь, что вам здесь понравится, будет уютно. У нас здесь очень классная атмосфера. Так что обязательно присоединяйтесь. Если вы уже смотрите меня давно, то мне очень приятно, что вы возвращаетесь ко мне на канал. В этом видео я расскажу вам про свою готовую работу, вернее, две готовых работы. У меня был заказ на паутинку, и вот я как раз довязывала шарфик. Тоже все это расскажу про все характеристики и расскажу про свои какие-то будущие проекты и сделаю анонс одного очень важного для меня события. Вот, так что если вам интересно, то оставайтесь со мной на канале и будем смотреть дальше. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы знаете, что я совершенно вот недавно искала себе спицы, спрашивала вашего мнения о том, какими спицами вы пользуетесь и что вы можете порекомендовать, какие у вас отзывы о тех спицах, которыми вы пользуетесь. Я не искушенный вязальщик в плане спиц, я вязала абсолютно разными спицами, у меня целая коробка разных спиц, несъемных. У меня никогда в жизни не было съемных спиц, и я, честно говоря, даже как-то их побаивалась, не понимала, зачем вообще все это нужно, если там у тебя в ненужный момент раскрутится эта спица. Ну, короче говоря, были какие-то необоснованные страхи, но я, честно говоря, не задумывалась. Не было такого, что я прям очень хотела эти спицы, но не покупала себе. Но тут столкнулась с тем, что когда я вязала себе паутинку, у меня не было нужного номера спиц именно на дереве, на металле вязать очень сложно. Попросила у подруги спицы, но они тоже были не очень удобные. В рукавах вообще было им неудобно вязать, поэтому я вязала металлическими спицами. И после того, как я связала свою паутинку, мне заказали еще две паутинки, и я поняла, что надо что-то решать, потому что я просто намучаюсь, если буду вязать своими спицами, а если покупать отдельно, опять же, как я обычно это и делала, покупала отдельные спицы, номера спиц, которые мне были нужны, так я уже потратила, мне кажется, столько денег, что можно было уже несколько наборов этих спиц купить, потому что в последнее время я стала покупать спицы от Drops, и они как бы тоже не из дешевых, хотя они не разъемные, но при этом тоже стоят не как гамовские, например, хотя у меня много тоже и гамовских спиц было. Вот, и, допустим, я носки до сих пор вяжу на гамовских, но их, кстати, надо заменить, потому что они вообще неудобные, там леска такая неудобная, что прям, ну, не очень приятно вязать, надо, кстати, вот запомнить это. И когда вот ко мне поступили вот эти заказы, я поняла, что это самое время подарить себе на день рождения хороший набор спиц, и поэтому для тех, кому это интересно, я сейчас покажу, какие я выбрала. Ладно, вот. Лики. На самом деле из деревянных спиц не такой большой выбор. Допустим, я, кстати, тоже возвращаясь к тому, что я хотела купить, я решила, что вообще нужно, чтобы в арсенале было два набора спиц. Это вот такие деревянные спицы и металлические. Это набор укороченных спиц. Они прям совсем, здесь одних не хватает, потому что я их уже использую, они уже у меня в эксплуатации, я вам скоро покажу. Вот, они совсем маленькие. И здесь такой кармашек. В этом кармашке есть... А давайте, может быть, я сейчас лучше подключусь, расскажу вам вообще, что здесь. Давайте я сейчас попозже подключусь и покажу вам их поближе, а сейчас просто расскажу, как, насколько мне удобно или неудобно было ими вязать. Я вяжу ими еще не так давно, поэтому у меня пока такой опыт свеженький, новенький, может быть, пройдет время, я что-то по-другому скажу, но я переживала за то, что они будут слишком короткие, но по моей практике у меня есть несколько спиц укороченных, и когда я начинаю вязать какой-то проект, у меня сразу руки тянутся именно к ним. Я имею в виду, вот там у меня дропсовские, вот, и сразу руки тянутся именно к ним, потому что их как-то удобнее в руках держать, и мне кажется, что быстрее даже вязание у меня на них лично идет. Вот, и
когда я их увидела, мне показалось, они такие малыши, вообще совсем маленькие. И думала, что будет неудобно. Но когда я начала вязать, я вообще забыла про какое-либо неудобство. Оно даже не появилось ни разу. Я предполагала, вот девочки в Телеграм писали, что некоторым приходилось привыкать к таким коротким. У кого-то, у кого, допустим, очень большая ладонь, им неудобно ими, потому что как бы сгибаешь вот... этой частью сгибаешь леску, и, ну и в принципе они как бы такие очень короткие. У меня не маленькая ладонь, у меня очень длинные пальцы, но вот эта часть, она не сильно большая, поэтому мне вообще прям супер удобно, и ни разу не столкнулась с каким-то я неудобством, поэтому тут, конечно, наверное, лучше смотреть по размеру ладони. Мне очень нравится этот чехольчик, когда его открываешь, кстати, он очень плотно закрывается, у меня он не отстегивался ни разу. Вот так вот выглядят спицы. Кстати говоря, Лики, они делают все спицы вручную. То есть это полностью ручная работа. Это не производственная какая-то, то есть не машины. Это вот они все делают вручную. Очень классно. Но выглядят они, конечно, прям потрясно. Мне очень нравится. Есть вот этот вот кармашек. И в этом кармашке... В этом кармашке лежат вот такие пакетики, там вот два таких пакетика стоперов, то есть там получается их 8. Есть лески, здесь получается, вот я сейчас на одних вяжу, 4 штуки лески, вот, они здесь на разные сантиметры, на 40, на 60, наверное, и на 80, наверное. И самое, наверное, главное, но вот, может быть, вы мне сейчас расскажете. Это как раз вот, чтобы подсоединять, допустим, я так понимаю, леску еще одну. А это ключи. Вот таких вот всего 2 штучки, а ключа 3. Я понятия не имею вообще, зачем они нужны, зачем в таком количестве. Вот эти вот дырочки, они есть что здесь, видите? Может быть, их нужно специально как-то использовать, чтобы открутить. Но я руками все это могу сделать. Я пока не поняла. Даже когда я подсоединяла вот через вот этот переходничок еще одну леску, я не использовала вот этот ключ. Я просто все руками закрутила. И я так до сих пор не поняла, зачем все это надо. И они в таком количестве, просто чтобы не потерялись, или они какие-то... специальные. В общем, я, честно говоря, пока не разбиралась, для чего это. Красивая, на самом деле. Ничего тут, конечно, не скажешь. У меня иногда при вязании чуть-чуть раскручивается. Это замечала тогда, когда мне петля какая-нибудь могла туда попасть. Вот. Но я ее закручу. Это было вот всего несколько раз. Я думаю, может, я ее просто недостаточно туго закручивала. Не знаю, скажите мне, может быть, как раз ключ нужен, чтобы как-то ее плотнее закрутить, но она плотнее не закрутится, как бы здесь вот максимально. Я связала образец, вот так он выглядит. Смотрите, какой красивый цвет. Ключик, из которого сейчас вяжу, дропскит силк махер, такой, вот как вы назовете этот цвет? Вот сейчас он прям хорошо передается у вас на экране, я не знаю. У меня цвет какого-то красного винограда. Но вот непонятно, он это или не он, потому что меня спросили, из какого цвета я вяжу, и я такая загрузилась немножко. Вяжу паутинку. В этот раз я пишу себе, ставлю таймер и замеряю, сколько у меня времени уйдет на вязание паутинки. Смотрите, какое легкое просто полотно. Я горловину набирала на спице 5, да, основное полотно на 5,5. Сейчас вяжу еще пока реглан, то есть я отвязала росток. Здесь прям ворс, но я думаю, вы его видите, его прям очень много. Мне вообще кажется, что паутинка на такую погоду, ну видите, как бы тело просвечивается, но никто ее не носит на голое тело. В любом случае, там майку, футболку какую-то под нее надевать. Абсолютно не колючая. Просто абсолютно не колючая, супер мягкая, даже несмотря на то, что ворс здесь очень активный. Благодаря, я думаю, вот шелку как раз в составе, она вот просто вообще абсолютно не колется.
Друзья, я знаю, что обычно мы все забываем ставить лайки и писать комментарии под видео. Я сама такая же, поэтому я в самом начале видео хочу напомнить вам про то, что мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео, или если оно вам абсолютно не понравилось, можете поставить дизлайк. Напишите какой-то комментарий, подпишитесь на мой канал. Благодаря всем вот этим действиям случаются две вещи. Первое — это я вижу вашу обратную связь и понимаю, что вам нравится, что вам не нравится. И второе — YouTube таким образом хорошо продвигает видео на канале. Честно говоря, даже не знаю, с чего дальше начать или продолжить, потому что мне столько всего хочется рассказать и показать, и я вам все еще пока не рассказала свою самую главную новость. Поэтому давайте, наверное, я с этой главной новости сейчас прям как раз и начну. Наконец-то я готова выпустить свое описание на Simply Jumper. Я очень долго его писала. И вот сейчас я наконец-то с большой радостью могу сказать, что я дописала это описание. Это не попетельный мастер-класс. Это не описание попетельного вязания по размерам. То есть там у меня все секреты, все вообще, что необходимо знать для вязания такого изделия. То есть вот эти вот мои знания, которые я вложила в эту инструкцию по вязанию Simply Jumper, вы можете использовать потом и в других своих изделиях. То есть вы поймете не просто вот как вам, сколько петель набрать для того, чтобы связать то и то, вы поймете весь функционал и поймете эти формулы, как они работают, чтобы потом вы могли подставлять свои другие цифры под другие значения. У вас будут все необходимые знания и навыки, которыми вы сможете пользоваться не только в этом изделии, но и во всех своих последующих изделиях. В этой инструкции есть такая табличка мерок на три размера: на XS, на SM и на LXL. То есть вы можете, измерив себя, определить, какое вы хотите изделие получить на выходе, и тогда выбрать необходимый столбик, по которому вы будете мерить и вязать свое изделие. Там указано в сантиметрах, и вам необходимо будет сделать расчет своего образца, подставив под формулы необходимые цифры. Я все это расписываю подробно, вы сможете точно связать, если вы не новичок. То есть если вы никогда вообще не вязали спицами, то вам еще нужно немножко подучиться, и тогда вы сможете связать. Само изделие несложное, то есть если вы уже вяжете спицами, если вы знаете основы вязания, такие как там лицевые петли, изнаночные петли, вязание в круг, прибавка, то тогда у вас тоже все получится. Там есть три вот эти как раз мои мастер-класса, которые у меня на канале, которые вот я выложила на канал, они также используются в моей вот инструкции по Simply Jumper, так что есть видео сложных вот этих вот моментов, они также будут ссылочкой прикреплены к этой инструкции. Также плюс этой инструкции в том, что она не привязана к какой-то конкретной плотности и конкретной пряже. Она даже не привязана к какой-то сезонной пряже. То есть вы можете взять эту инструкцию и связать такой джемпер и в зимнем варианте, и в летнем варианте. Все вот эти формулы и инструкции по вязанию, они общие, то есть вы их можете применить абсолютно к любой пряже. Вот, допустим, я свой Simply Jumper первый вязала из Aura Yarns Love Me.
Это такой зимний вариант, он очень теплый. Зимний вариант джемпера, который я уже отложила в полочку и буду вязать, и буду носить уже только зимой или вот холодной осенью, например. И сейчас я буду вязать из вот этой потрясающей пряжи. Это 100% египетский хлопок. Буду вязать в 4 нити, такой летний вариант, оверсайз. Присоединяйтесь ко мне, мы обязательно вместе с вами свяжем такой классный джемпер и на лето, и на зиму. Это абсолютно базовая вещь, которую вы сможете сочетать абсолютно с любой одеждой. Изначально я хотела в первый день дарить этот мастер-класс бесплатно. И, честно говоря, я очень долго придерживалась такого мнения, что подарю в первый день, все, кто захочет, подарю всем бесплатно. Но, честно говоря, я передумала. Передумала, потому что у меня, правда, ушло очень много сил, очень много времени, и я вложила, правда, много знаний в это описание. Поэтому просто настолько обесценивать, наверное, свой труд мне бы очень не хотелось. Если у вас вообще нет возможности купить, но вы очень хотите, то напишите мне. Мы обязательно найдем решение. Но для всех остальных описание будет платным. Оно оформлено очень понятно и красиво, чтобы и визуально вам тоже было приятно на него смотреть. Стоимость в первый день, даже, наверное, я так скажу, в первое какое-то количество часов это описание будет стоить 150 российских рублей, 5 рублей белорусских. Если вы из какой-то другой страны, где у вас другая валюта, и вы бы тоже очень хотели это описание, то напишите мне, мы тоже придумаем, как решить этот вопрос. Это очень маленькая цена на такие знания, которые я вложила в это описание, но мне хочется все-таки сделать такую большую-большую скидку. Хочется, чтобы вот все, кто хочет получить какие-то знания, могли это сделать. У меня нет сайта, пока, возможно, пока нет сайта, поэтому я буду вручную отправлять всем, кому хочется получить это описание. Что нужно сделать, чтобы купить описание? На момент выхода этого видео описание уже доступно к покупке. Вы можете оплатить либо на белорусскую карту, либо на российскую карту. То есть инструкция такая. Смотрим вкладку сообщества. Если там есть сообщение о скидке, то скидка действительная, то есть стоимость 150 рублей или 5 рублей белорусских. Если этого сообщения нет, то стоимость уже другая, какая будет написана в описании к этому видео. Но цена точно будет не супер высокая, она все равно останется в пределах как бы разумного, чтобы реально все могли купить, кто хотел бы это сделать. Вы выбираете более удобный вариант оплаты, оплачиваете. Чтобы я знала, что это вы мне пишете на почту о том, что вы оплатили и присылаете чек. Я в ответном письме высылаю вам описание. Давайте вот так вот это будет работать. Либо вы можете переходить ко мне в Инстаграм и просто писать мне в директ о том, что вы хотите описание, и я вам также высылаю счет, вы оплачиваете, и я высылаю вам описание. В Телеграме то же самое, вы можете написать, что хотите описание, просто в Ютубе будет сложнее всего отследить вот эту переписку, поэтому лучше всего, если вы хотите, если вы смотрите меня только на Ютуб, и вы хотите купить описание, то пишите, пожалуйста, мне на почту, чтобы мы могли с вами как-то сконтактироваться. Все. Очень волнительно мне было это рассказывать, если честно, потому что это мое первое описание, и очень хочется, чтобы оно было, чтобы оно понравилось многим, чтобы оно было хорошим. Поэтому спасибо вам за то, что вы меня поддерживали все это время, пока я писала это описание, и писали о том, что вы тоже хотите связать такой джемперок себе. Вот, спасибо вам большое. Ну, поехали. С какой начнем? Ну, давайте уже это ближе ко мне, это отложим. Ну, я думаю, уже в принципе понятно, от кого посылочка, где я ее заказывала. Давайте сразу вторую тоже откроем. Здесь без наклейки. Вот так они выглядят. Ну что за красота, скажите мне. Ой, как это красиво. Это тоже от Насти.
Но, видимо, у нее закончились наклейки. Не знаю, почему не наклеила. Это обе посылки я заказывала у Насти. Почему, вы спросите, я в одной не заказала? Да, потому что вот мне нужно сразу, как только я что-то увидела, а уже после этого мне сделали еще один заказ, и я еще раз заказала пряжу у Насти. Наверное, это вот это вот на второй заказ. Вот. Эту я заказала для себя. Так что давайте сейчас откроем вместе с вами и посмотрим. Ой, ну что это за милота и красота? Вы посмотрите, какой красивый цвет, просто невероятный. Я хочу себе такой же. Это у меня заказали еще одну паутинку, скоро буду ее вязать. Так, давайте рассмотрим, что это за артикул. Очень красивый цвет. И упакован так нежно прям. Так, ну что же. Это 45% бэби альпака, 25% меринос и 30% полиамид. Здесь на 100 грамм 1500 метров. Буду вязать в две нити. Заказала 120 грамм на всякий случай, чтобы точно хватило. Точно хватит, я думаю, что у меня уйдет грамм 80, как и на мою паутинку. Очень мне нравится. А вот это мой заказ на изделие для меня. Вообще, такая красивая палитра у меня здесь получается. Тоже смотрите, какая красота, такая нежность. Буду вязать в 4 нити. Пьюма артикул, да, вроде называется. Это 100% египетский хлопок. 100 грамм, 1667 метров. Я взяла всего 400 грамм. Буду вязать в 4 нити. Она просто супер нежная, супер мягкая. У Насти был образец как раз тоже в 4 нити. Мне понравилось, как это выглядит. И... вообще, Настя сказала, что мне даже меньше уйдет на джемпер. Я буду вязать свой Simply Jumper из этой пряжи. Но я решила взять запасом 400 грамм. Может быть, даже можно было бы 500 брать. Но вот я решила взять 400. А вообще, если даже посмотреть в сочетании, просто какая красота. Я обожаю такие сочетания. Это выглядит так нежно, так красиво. Просто, вы посмотрите. Ой, мне так сильно нравится просто. Я не могу оторвать глаз. Она прям на хлопок вообще не похожа. Это что-то шелковое вообще, честно говоря, вот на ощупь. Такое ощущение, как будто тут есть шелк. Очень классно, мне просто безумно нравится. Спасибо, Настя, если ты смотришь, за доставку, за очень быструю. Кстати, у Насти всегда очень быстрая доставка. Вот сколько раз я заказывала, и всегда на следующий день, а иногда даже в этот же день, Настя уже отправляла посылку. Вот, так что спасибо за оперативность, это прям очень круто. В общем, буду вязать свой летний вариант Simply Jumper из вот этой пряжи. Буду вязать скоро образцы. Снимаю.
Вот и паутинка. Такая она переливается. Цвет. Вообще плюс паутинки в том, что она вообще не мнется. Ее можно положить вот в таком вот виде, и она потом просто выпрямится на вас. Ее даже можно и не гладить, и ничего, просто вот повесить на себя, и она под тяжестью, вот даже так я сделаю, она выпрямится. Росток, конечно же, вывязывала. Вот так это выглядит. Перед укороченный, спинка удлиненная. Нежность. Я хочу вам снова напомнить про мой промокод на кофе. А если вы не смотрели предыдущие видео, то сейчас все расскажу. В Беларуси есть очень классные обжарщики зерен, кофе Everyday. Я думаю, что, возможно, многие белорусы и минчане с ними уже знакомы, потому что они достаточно знамениты здесь у нас. У них они сами обжаривают зерна, и мы вот с мужем уже больше 2 лет пользуемся, покупаем только их зерна, и подсадили всех своих друзей уже на эти зерна. И все вот эти 2 года, может, уже даже и больше, мы просто от чистого сердца рекомендовали кофе Everyday всем своим друзьям. Потому что нам очень нравился, у них большой, огромный выбор, они всегда во всем подскажут и помогут определиться. И многие из наших друзей уже подсели, и я очень рада, что вот Coffee Everyday, ребята оттуда, решили со мной сотрудничать и подарили промокод на скидку мне, моим друзьям и вот моим подписчикам. Так что вот все это время, пока я рассказываю, промокод будет на экране, так что можете его вводить на сайте Coffee Everyday и заказывать зерна. Можете, ребята могут вам помолоть эти зерна, если вдруг у вас нет кофемолки, и кофе в дрип-пакетах. Если вы не знаете, что это такое, это такой порционный кофе на 1 чашку. В основном он отлично подходит для путешествий. Когда рядом нет кофемашины или, может быть, нет просто вкусного кофе, то вот как раз такой кофе в дрип-пакете, он спасет ситуацию, и главное найти кипяток и чашку, где заварить этот кофе, и он проходит как такой определенный фильтр. Вот, так что, на самом деле, вот у ребят я, наверное, никогда не видела никакой скидки на дрип-пакеты, но по моему промокоду вы можете взять, попробовать, вы можете взять либо упаковкой, либо по отдельности кофе в дрип-пакете и хотя бы попробовать, что это такое, вам точно понравится. У ребят очень классная система лояльности. Мы вот за все это время ни разу не брали кофе без скидки, просто потому что у них очень классно выстроенная система с клиентами. Если вы храните пакеты от зерен и потом при новой покупке приносите использованные вот эти пакеты пустые от зерен, то они вам делают скидку на заказ. Вот. Также в заказ они часто вкладывают такие шоколадки с вкладышами, где тоже написан какой-то процент на следующий заказ, единоразовый. Вот сейчас они подарили промокод на скидку 15%, который вы тоже можете использовать при заказе на сайте и также советовать своим друзьям. Через все вот эти мелочи очень видно, как ребята относятся к своим клиентам, как они их любят, постоянно придумывают какие-то новые акции. Мы сейчас пьем вот такой Гватемала Сокора, Эль Сокора Джава. Это арабика. Я иногда, кстати, смотрю еще вот по каким-то вкусам, которые здесь написаны. Здесь абрикос, амаретто и мускатный орех. Если мне нравится сочетание, то я тоже просто беру попробовать. Кстати говоря, я подсела именно на черный кофе после того, как вот мы начали качественные зерна покупать. Потому что до этого я всегда пила капучино, хорошая обжарка, то вообще абсолютно спокойно можно пить даже просто черный кофе. Так что очень-очень советую. Ну что, я довязала шарфик. В принципе, он уже был практически связан на тот момент, когда я снимала свое видео, вот прошлое. Мне оставался там буквально кончик, и как раз я довязала.
Очень мне нравится, как он смотрится, выглядит. Я как бы тут сильно на нем как-то останавливаться не буду. Просто сейчас у нас уже жарко и не совсем актуален, но будет холодно 100%. Если не летом, то осенью. Поэтому шарфик точно мне понадобится. И я хочу вас тоже смотивировать всех вязать шарфики. Если у вас остается какая-то пряжа, вот на такой вот шарфик у меня вот этот летний состав, это пряжа. Если вы первый раз меня смотрите, я сейчас просто кратенько расскажу, что это за пряжа. Это Атакама, здесь на 100 грамм 330 метров, 50% бамбук, 50% хлопок. И вот у меня на нее, на этот шарфик ушло, наверное, 34, по-моему, грамма, я говорила, или 36, что-то такое. В общем, очень-очень классный шарфик, и то есть сюда даже не моток можно использовать. Ну, понятно, если у вас какой-то состав более зимний, такой более теплый, то там понадобится чуть больше пряжи. Кстати, как вот вязалась из этой пряжи? Очень приятно вязалась. Она, знаете, состоит из нескольких ниточек. И иногда, конечно, спицы захватывали какую-то одну нить, вытягивали ее, и было вот немножко дискомфортно, но на самом деле это было не постоянно так вот, когда, видимо, я старалась быстрее вязать, то немножко вот схватывало, и как бы было немножко некомфортно. Но в целом это вот было буквально несколько таких разочков. В целом очень классная пряжа, вязалась она тоже прекрасно. Я их, вот эти вот шарфики, я два таких связала. Вязала на спицах номер 3. Эту пряжу рекомендую. Мне она очень понравилась. Я бы даже связала себе какой-нибудь топик. Вот из такой пряжи. Очень приятная. Паутинку, которую я вязала на заказ, это вот это вот... Я поняла, что это за цвет. Это цвет щербет. Я уже немножко рассказывала про эту пряжу, когда подключалась. А паутинку, которую я вязала на заказ, у меня ушло 3 мотка. Там чуть-чуть буквально осталось от третьего мотка. И вот четвертый у меня вообще даже не начатый. Почему так мало? Потому что паутинка достаточно укороченная получилась. То есть здесь она немножко уже, чем нужно. Ну, чем, в смысле, не нужно, а чем вот моя, допустим, паутинка. И перед укороченный. Кстати, мне очень понравился такой вариант укороченного переда. Потому что... Длинный вариант, вот такой классический, он очень классно смотрится под джинсы, когда ты можешь вот этот... Я просто люблю перед кофтой всегда заправлять немножко штаны, чтобы вот он как бы был такой заправленный. Когда брюки, джинсы, какие-то штаны, прекрасно все это смотрится. Я туда периодически смотрю, потому что у меня еще сушится сейчас эта паутинка. Прекрасно смотрится удлиненный вариант в джинсах, но когда платье надеваешь, если у платья нет какого-то ремня или юбка, например, не всегда под юбку тоже будет хорошо смотреться заправленное что-то, вот, то просто вот таким как бы балахоном, когда висит, наверное, это не всегда красиво, вот, а под... Как раз платье отлично смотрелась бы вот такая паутинка с укороченным передом. Это было пожелание заказчицы, и я просто влюбилась в такой вариант паутинки. Я бы очень хотела, честно говоря, себе такой тоже связать, потому что, ну, реально смотрится очень классно. Я думаю, что вы это тоже видели на вот видео, где я показала. То есть ничего не нужно заправлять, она просто вот такого укороченного варианта. Сзади либо удлиненная, либо, в принципе, можно связать такую даже просто укороченный вариант такой паутинки и спереди, и сзади. В общем, можно разгуляться вообще в любую сторону. Вообще довольна полностью этой пряжей, она мне очень нравится. Кстати, она такая волосатенькая, я думала, что у нее не такой активный ворс. Я думала, что у моей пряжи, из которой вот я вязала себе паутинку, там спущенная альпака, бэби альпака, и там такой пушок такой присутствует он, и он такой как будто бы немножко как сваленный, или вот у меня сейчас эта пряжа. Он такой как немножко сваленный, знаете, вот он есть, но он какой-то вот как вот в одном месте, а вот здесь вот именно такой ворс, такой как волосатый, то есть вот он прям здесь торчит, ну прям очень много. Честно говоря, я не ожидала, что его будет так много, думала, что меньше, но все-таки я думаю, что зависит тоже от цвета. Я в прошлом видео говорила, что хочу посчитать. На самом деле, кстати говоря, я подняла, видимо, очень такую животрепещущую тему в прошлом видео, когда говорила о ценообразовании и получила много комментариев, в основном, которые разделяли
разделяли мое мнение и говорили, что кому-то неловко ставить высокие цены, у кого-то синдром самозванца, у кого-то устраивало то, что цена не сильно высокая, потому что это не основная деятельность. В общем, если вам интересно, можете вернуться под предыдущее видео, посмотреть комментарии, если вы еще не смотрели. Мне было очень приятно пообщаться с вами, девочки. Спасибо, что вы написали, потому что тема реально очень интересная, и хочется, чтобы такие темы чаще поднимались среди вот одного комьюнити, допустим, вот внутри нашего вязального комьюнити, потому что кто, если не мы, будем поднимать эти темы, зная всю внутреннюю кухню этой сферы. Я вот в прошлом, да, видео еще сказала, что хочу посчитать, сколько у меня уйдет времени на вязание паутинки, и я готова сказать, сколько времени у меня ушло. У меня ушло 16 часов на вязание паутинки. Это именно на вязание. То есть здесь я не считала, сколько я делала там по времени расчеты, когда я убирала кончики. Вот прям как я только набрала, начала набирать, и когда я закрыла последнюю петлю, скажем так, тогда я поставила стоп, ну, то есть я, понятно, не подряд 16 часов вязала, то есть я поставила таймер на час, повязала, если я вяжу еще, ставлю еще на час. У меня ушло на паутинку 16 часов, думаю, что это много, хотя я почему-то в своей голове представляла, что у меня уйдет 25 почему-то часов, ну, я так просто наобум сказала, что вот 5 часов в день я вяжу, 5 дней в неделю буду вязать, вот, и ушло, в общем, 16 часов. Я не знаю, много это или мало. Если кто-то когда-нибудь из вас считал, сколько у вас уходит времени на паутинку, напишите, пожалуйста, сколько у вас уходило, или, может быть, вы ее собираетесь вязать в ближайшее время, то и захотите тоже посчитать, то обязательно посчитайте и напишите мне. Мне правда интересно. Неважно, куда вы напишете, мне правда интересно, сколько вот у вас уйдет времени на паутинку. Я не могу сказать, что я вяжу слишком быстро, и я не вяжу слишком медленно. Вот мне кажется, у меня такой средний темп. Быстрее, наверное, я вязать не смогла бы, потому что в целом, пока вот я вязала, я пыталась вязать не супер медленно, то есть большую часть времени я даже не смотрела там ютубчик, пока вязала, или там фильмы какие-то, то есть я вязала просто в тишине и ни на что не отвлекаясь. Соответственно, когда ты вяжешь в тишине, ты вяжешь еще чуть быстрее, чем, ну вот у меня лично так, я не знаю, может быть, у вас нет. Вот, ушло, в общем, 16 часов. Когда я посчитала стоимость своего часа в данном изделии, как бы по данной вот цене, которую я поставила, честно говоря, немножко расстроилась, потому что, хотя я поставила не сильно маленькую цену, я поставила не по минималке, и вот ближе даже к такой как бы высокой цифре, высокому ценнику, но когда посчитала, немножко такая, думаю... Понятно. Ну, как бы разово связать, может, еще и ладно, но вот если вязать на постоянной основе, имея такой заработок в час, я бы точно не хотела. В общем, эта тема пока для меня еще не до конца закрыта. Возможно, я в каких-то своих видео еще буду возвращаться к ценообразованию вязания, потому что тема меня это очень интересует, и вязание на заказ тоже, хотя, как я уже повторюсь, я не хочу, чтобы вязание на заказ было моим основным доходом. Тема, правда, очень интересная, не знаю, может быть, даже какой-нибудь прямой эфир замутим на эту тему, если вам интересно, как бы я тоже говорю, я просто рассуждаю, то есть мне есть чем поделиться в этой сфере и своими какими-то мыслями, и своим опытом, и какими-то умозаключениями на эту тему, вот, но я как бы не... с целью кого-то учить хочу такой эфир собрать, если вдруг вам интересно, потому что мне, правда, я поняла, что мне это очень интересно, поэтому если это как-то откликнется, то давайте, может быть, как-нибудь соберемся в прямом эфире и вместе в режиме реального времени порассуждаем на эту тему. Я как раз вот из этой пряжи я должна была вязать еще одну паутинку, тоже вот с заказчицей мы когда разговаривали, она сейчас уезжает на полтора месяца в отпуск, и она очень сильно загружена и сказала, что у нее вообще нет времени даже мне мерки какие-то прислать, поэтому она все оплатила и сказала, что давай в июле. Вот, поэтому у меня сейчас этот проект откладывается на июль, но я рада, что я пряжу уже купила. Кстати, состав очень похож на тот, из которого я вязала, но немножко он, вот именно по внешнему виду, он больше, наверное, похож даже на дропс, хотя состав у него не как вот у Kid Silk Mohair, а вот как раз как вот я себе паутинку вязала. Вот, в общем...
Такие дела. Кстати, хочу опять же сказать всем спасибо, кто поддержал мои предыдущие 3 видео, потому что, если вы видели, я наконец-то выполнила свое обещание, потому что в одном из своих видео я говорила, что хочу делать образовательный контент также на своем канале. Я по образованию педагог вообще-то, вот, поэтому у меня есть какое-то внутреннее желание и побуждение, и, наверное, ресурсы, возможность, и, как это еще можно сказать, способность учить. Вот, и в том, в чем я разбираюсь, мне очень хочется передавать какие-то вот эти знания кому-то, кто, может быть, еще не до конца в этом разобрался, или кто вообще не знает ничего. Мне хочется максимально подробно объяснять, чтобы человек мог справиться потом вот с этой задачей и использовать ее. Говорила, новый плейлист, новые видео, видеоуроки, такие краткие видеоуроки по основам вязания. У меня новый плейлист, который называется «Основы вязания. База знаний». Туда я буду добавлять все касаемо вот именно базы, основ, вот таких вот основ вязания. То есть у меня уже есть 3 видео: это итальянский набор петель, это фабричное закрытие и немецкие укороченные ряды. Итальянский, немецкий, в общем, да, что-то у нас все зарубежное, ну что поделать. Возможно, со временем там будут появляться какие-то узоры интересные для меня, например, да, или вот просто, в принципе, какие-то интересные узоры. Я думаю, что это очень удобная штука, потому что я сама лично часто обращаюсь к Ютубу, так как я не всеми техниками пользуюсь постоянно, у меня есть любимые техники, которыми я пользуюсь чаще всего. И их я уже, конечно, выучила наизусть. А когда мне нужно использовать что-то новое, то, конечно, если ты это не делаешь на постоянной основе, это забывается. И мне приходится опять лезть там в YouTube. Поэтому я решила, что мне будет удобнее, раз уже у меня есть свой канал, мне будет удобнее, чтобы у меня в моем плейлисте были все эти же уроки. Буду вам очень благодарна и признательна, если вы вот на таком начальном этапе поддержите мои вот эти 3 видео. Одно из них вообще очень плохо зашло, но я не буду их перезаливать. Такие видео, вообще видеоуроки, мастер-классы, они не всегда хорошо заходят на YouTube, то есть для этого нужно время, и это нормально, потому что чем... То есть это те видео, которые ты не открываешь каждый день, то есть ты их открываешь по нужде. Но чтобы они не пропали вообще в поиске, чтобы они не были на какой-нибудь тысячной там странице в поиске, я очень сильно вас попрошу, чтобы вы посмотрели это видео от начала до конца. Можете даже выключить звук, просто посмотреть его от начала до конца. Оно буквально меньше 10 минут, все видео. И поставить ему лайк. Тогда оно поднимется, будет с каждым разом подниматься, подниматься все больше в строке поиска в YouTube, и в итоге не затеряется там. Я буду вам очень благодарна. Я знаю, что многие ждали такой плейлист, такую рубрику, потому что, когда я об этом говорила, я получила обратную связь от вас, что это было бы полезно. Журнал от Drops. Когда делаешь заказ в Mia Filato, это белорусский вот тоже магазин пряжи, там пряжа многих производителей представлена, от какой-то суммы, по-моему, от 100 рублей, если делаешь заказ на сумму от 100 рублей, они в подарок кладут вот такой журнал от Drops. Здесь нет никаких инструкций, потому что на самом деле они этими инструкциями делятся, по-моему, у себя на сайте. И я знаю, кстати, еще один российский магазин пряжи, он называется 5 мотков. Если вы к ним зайдете на сайт, там есть все вот эти описания от Drops. Видимо, они как-то с ними сотрудничают, они есть на русском языке. Пока я снимала предыдущие видео, которое вот как раз сейчас оборвалось, закончила свой спич, потом смотрю в телефон, а он выключен. Оказывается, что он у меня сел во время съемок, поэтому я сейчас очень извиняюсь, я буду без микрофона, но буду говорить чуть громче, поэтому звук немножко изменился, но надеюсь, что вы мне простите это, потому что хочется уже закончить, мне осталось прям буквально чуть-чуть. Я говорила про вот этот журнал, который мне подарили при заказе в пряжном магазине, и хочу вместе с вами сейчас полистать, потому что там я нашла кое-какие изделия, которые бы я хотела себе связать. Возможно, вы тоже чем-то вдохновитесь. Связала себе 2 образца. Вот это мой будущий Simply Jumpa, летний вариант. Я вам сейчас покажу его поближе. А это тоже вот на новый проект, который я хотела связать. Сейчас тоже включусь руками в кадре, и мы вместе с вами рассмотрим. Давайте сейчас вместе полистаем быстренько вот этот вот журнал.
Много, на самом деле, здесь есть разных красивых каких-то изделий. Ну, это просто такой базовый джемпер с V-образной горловиной. Тоже очень простая, мне кажется, вещь. И это вот, наверное, из какой-нибудь альпака связан, может быть, даже Drop Sayer. Очень классная. Ну, вот разного рода паутинки такие тоже легкие. Кстати, видимо, сейчас вот такой цвет полынь тоже очень популярен, потому что он, видите, во многих моделях представлен. Мне до сих пор, кстати говоря, очень нравятся такие полосатики. Очень красиво это смотрится, я бы себе связала. И вот мне нравится, когда вот этот основной цвет, он не такой не чисто белый, а вот он такой, знаете, как такой бежево-молочный, вот такой вот. Очень красиво смотрится. И вот мне нравится такой вот тоже голубой или такой зеленый, тоже красиво смотрится для полоски. Вот. Вот этот топ. Вы на него посмотрите, но он же правда красивый. Мне он очень понравился. Это тоже красивый топ. Я вообще очень хочу себе связать топ на лето. Ну вот бабушкины квадраты, вот сумка тоже очень классная. Ну вот и конкретно вот эта модель мне не очень нравится, ну и вот такие кофты мне тоже не нравятся. Сумка классная. И вот я тоже хочу себе кофту или топ какой-нибудь бабушками квадратами, но вязать не буду, потому что просто, мне кажется, я не успею к лету связать. Но мне очень нравится, как это смотрится, это красиво. Этот образец, который я связала якобы для вот этого топа. Сейчас я покажу, что это за пряжа. Ой, нет, это не эта пряжа. Это вот эта пряжа. Газал Organic Baby Cotton. Так, здесь на 50 грамм 115 метров и 100% Organic Cotton, то есть хлопок. Мне подарили эту пряжу в Тайном Санте. Очень красивый цвет, очень красивая пряжа. Я, кстати, почему-то забыв про эту пряжу, купила почти такой же цвет папируса от Fibra Natura. Вот. Ну, в общем, хотела связать себе топ из вот этой пряжи и почему-то вот решила, что он будет такой. Но в итоге, когда я связала образец, он получился очень толстый. Ну, здесь логично, на самом деле, потому что я посмотрела, какая пряжа используется для вот этого топа. И она там гораздо тоньше. Получился такой очень толстый, хотя мне нравится, как смотрится. И он такой достаточно приятный. Вот такой прям мягкий, не шершавый. Но, в общем, я не буду... Вообще, я не знаю, на самом деле, вот если я свяжу топ из такой пряжи, я вообще буду его носить летом? Или это будет слишком толстая пряжа для летней вещи? В общем, пока не знаю. У меня 4 моточка, я бы связала какой-нибудь топ. Вязал кто-нибудь из этой пряжи топ себе на лето? Как он вообще в носке? Я просто летние вещи никогда не вязала, поэтому я не могу сказать. Именно такие, знаете, типа топики и все такое, потому что, мне кажется, будет жарко летом. А если будет холодно, то в топике, в принципе, будет холодно. Короче говоря, вот я пока размышляю, стоит ли вязать, не стоит. Но образец связала, возможно, я свяжу не такой топ, а какой-нибудь другой из этой пряжи. Пряжа беленькая. Конечно же, я не запомнила название. Пиума. Это вот этот вот египетский хлопок. Вот как выглядит полотно. Мне очень понравилось. Я вязала в 4 нити. А на спицах 3,5. Вот он, видите, такой. Не сказать, что он прям прозрачный, но при этом он и не толстый. То есть, если вот так на свет смотреть, то он немножко будет просвечивать. Но в целом, как бы, очень приятная ниточка. И в целом, как бы, он такой не толстый, но и не супер тонкий. Мне нравится, как смотрится в резинке. Очень тоже так аккуратненько тянется, очень хорошо эта пряжа. Вот, видите. Связала косичку. Я связала ее, я сначала просто связала лицевую, надо было сразу косичку начать. А потом решила посмотреть, как будет в косичке смотреться пряжа. Потому что мой Simply Jamfer, там у него в регланных линиях такая коса. Вот, и мне понравилось, как это смотрится. Будет такая очень-очень простая, очень легкая, такая очень, мне кажется, очень носибельная вещь в моем гардеробе. Я, в общем, буду вязать. Вот так выглядит. Как вам? Мне очень нравится цвет. Мне нравится, что он такой молочный.
Даже по бобинке казалось, что как будто бы здесь есть какой-то шелк. Вот. Сейчас мне... Вот в бобинке она даже почему-то как будто бы мягче, чем в образце. Хотя в образце она тоже очень мягкая. Вот. В общем, очень хочется уже такое себе летнее изделие. Мне кажется, будет прям супер красиво. Ну что же, я на этом тогда уже буду заканчивать. Спасибо вам, что вы были со мной. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что вы меня все это время поддерживали в моих каких-то размышлениях по поводу описания, по поводу какого-то нового развития в этой сфере. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете меня на моих разных площадках. Мне это очень важно, очень ценно и просто по-человечески очень приятно. Спасибо вам большое. Я вот все, о чем говорила в этом видео, я оставлю в описании к этому видео, так что вы обязательно переходите и берите нужную для вас информацию. Я думаю, что многое там будет полезным. Вот. Хорошей вам недели, хорошего вам времени, за вязанием, с любимыми людьми, возможно, в каких-то делах, которые у вас есть. Пусть вязание приносит вам только удовольствие и радость. Поменьше вам перевязов. И обязательно цените свой труд и не обесценивайте его. Все.